Кришна. Hare Krishna. Все хорошо? Yes. Okay. We could have gone on with the kirtan for one more hour, but then there would be no time for lecture. Конечно, можно бы еще попить киртан часов, но тогда на лекцию времени не осталось. And I know you'll have to go back by a certain time. Я знаю, что, конечно, вам домой надо по определенному времени уже вернуться. Did you write the verse on the board? Писали стих 18. No. Yes? Yes? Yes. There is more room in the front, if some of you want to move forward, you can. Тут есть еще впереди место, можно подвинуться, чтобы там не толпились преданные. Doesn't cost any money to sit in the front either. Впереди, чтобы сидеть, за это особые деньги тоже платить не надо. Это бесплатно. Бесплатно. Подвигайтесь, не бойтесь. It's not like in the opera we have to pay more money for seats in the front. Это не так, что в опере, как в опере, нужно за передние сиденья больше денег заплатить. Мриданга, можете вперед подойти? Кто играет на мриданге? Jai Radha Madhava, Sundari.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Shri Shri Gonakai Ki Jai. Shri Shri Jagras Vada Bhava Ki Jai. Iska Adnita Petras Kyata Ki Jai. All glory Shri Samadhi Bodhi. All glory Shri Samadhi Bodhi. All glory Shri Samadhi Bodhi. All glory Shri Gonakai Ki Jai. We get a little fresh air. Немножко свежего воздуха. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо So we'd like to welcome everyone to the program this evening. Мы хотели бы поприветствовать всех на этой программе сегодня вечером. We have a limited time since we had a long kirtan. У нас не очень много времени, поскольку был длинный kirtan. So we'll start this verse from the Bhagavad Gita that we're going to use as a basis for our discussion. Так, сейчас мы начнем читать этот стих из Бхагавад-гиты, который мы будем использовать для основы своего обсуждения. We won't chant the verse too often, because that will take up too much time. Мы не так много будем повторять раз этот стих, поскольку иначе уйдет много времени. I have no problem, but I'm scared that you people may not be able to stay beyond a certain time. Для меня это, конечно, не проблема, но я боюсь, что кто-то не сможет слишком долго здесь содерживаться. In India, sometimes we go on with these programs at 11 o'clock in the night. В Индии иногда такие программы продолжаются до 11 часов ночи. Okay. So this is a very famous verse from the 18th chapter of the Bhagavad Gita. Это очень известный стих из 18 главы Бхагавад Гиты. How many of you know this verse? Кто из вас знает этот стих? Oh, nobody. Никто не знает. Usually most devotees know this verse. Обычно все преданные знают. Okay. So we'll teach you the verse. Ладно, сейчас я очень научу вас. So we'll teach you the verse. Сейчас я научу вас этому стиху. Ягья. Ягья. Дана. Дана. Тапа. Тапа. Карма. Карма. На. На. Яджа. Яджа. Карья. Карья. Дева. Дева. Рат. Ягья. Ягья. Прабху, Адин Прабху. Нет? Рад.
Перевод. От жертвоприношений, благотворительности и тапаси не следует отказываться. Их необходимо совершать. В действительности, жертвоприношения, благотворительности и тапаси очищают даже великие души. Комментарий. Чакшурабхилетанина, тасмай Шри Гурве Намаха, Шри Чайтанья Манобиштам, Садхитанья Бхутале, Сваям Рупакранамаям, Дадати Свападантикам, Мандеям Шри Гуру, Шри Прабхупадам, Шри Гуру Вайшнаванча, Шри And Krishna is emphasizing that three things should never be given up. В этом стихе Кришна подчеркивает важность того, что человек никогда не должен прекращать совершать следующие три вещи. Especially by the devotees in the Dnepropetrovsk area. Особенности он имеет в виду преданных из Днепропетровского района. What are the three things? И что это за три вещи? Who knows? Кто знает? Ягья, дана, тапасия. Ягья means sacrifice, дана means charity, and тапа means austerity. Ягья означает жертвоприношение, дана означает благотворительность, и тапа означает аскетизм. Lord Chaitanya converted the staunch impersonalist Sarvabhaumacharya to the path of personalism. Господь Чайтанья обратил такого известного имперсоналиста, как Сарвабхаумачарья, на путь имперсонализма. You know that, huh? Знаете это, да? After the Lord Chaitanya went on a tour of southern India. После того, как Господь Чайтанья он был путешествие по Южной Индии. And as he was traveling over there, he met a devotee who was a household devotee called Karma. И когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, он встретил преданного семейного человека, которого звали Курма. He expressed a desire to leave home and travel with Chaitanya Mahaprabhu. Этот браман Курма сказал, что я хочу покинуть свой дом и отправиться с тобой путешествовать, Господь Чайтанья. Chaitanya Mahaprabhu gave him five essential principles of devotional service. И Господь Чайтанья дал ему пять главных принципов преданного служения. And Chaitanya Mahaprabhu told him
that if you follow these five principles, you will never be separated from me, and I will never be separated from you. И Господь Читания сказал ему, что если ты будешь следовать и исполнять регулярно эти принципы, то ты никогда не будешь чувствовать себя разлученным со мной, и я не буду разлучен с тобой. How many of you would like to be in a position that you're never separated from Lord Chaitanya? Кто из вас бы не хотел быть в таком положении, когда он все время с Господом Чайтаньей? Nobody? Что, никто не хотел бы в таком положении? Все? You would all like to be united with Lord Chaitanya? Разве не хотели бы вы быть вместе с Господом Чайтаньей? Точно. So then, we should follow the five guidelines which Lord Chaitanya gave. Тогда необходимо следовать пяти этим принципам, которые дал Господь Чайтанья. First was to chant the Hare Krishna mantra. Первый принцип — это повторение Hare Krishna mantra. Second was to read the Bhagavad Gita and the Bhagavatam. Второе — это читать Бхагавад Гиту и Бхагаватам. Third was to associate with devotees. И третье — это общаться с преданными. Fourth was to worship the deity. Четвертое — это поклоняться божеству. In a temple here, you have three sets of bodhisattva deities. У вас в храме три пары божественных говоритай. So you're getting triple mercy. Поэтому получаете тройную милость. And then, fifth was to live where the Lord is glorified. И также пятый принцип — это жить в том месте, где прославляют Господа и ему поклоняются. So regular reading of the Bhagavad Gita is one of the five essential limbs of devotional service. Регулярное чтение Бхагавад Гиты является одним из пяти основных частей преданного служения. Unfortunately, we don't read it as regularly as we should. К несчастью, мы не читаем ее настолько регулярно, сколько должны были бы это делать. How many of you read the Gita every day? Кто из вас читает Бхагавад Гиту каждый день? Such a small percentage. Смотрите, такой маленький процент. Of course, I can see you all are Brahmins. Конечно, я вижу, что вы все брахманы. You spoke the truth. Вы говорите правду. You could have raised your hand. Конечно, все могли поднять свои руки. But so few really admitted they read the Gita every day. Но всего лишь несколько действительно признали, что они читают Бхагавад Гиту каждый день. And how do you read the Bhagavatam every day? А кто из вас читает Бхагаватам каждый день? So Bhagavatam is a little better attended than Бхагаватам, я вижу, пользуется чуть большей популярностью, чем Бхагавад-гита. Но мы должны также пытаться читать Гиту. Прабхупада said, Бхагавад-гита is like high school. Шрила Прабхупада говорил, что Бхагавад-гита — это высшая школа. Бхагаватам is like college education. Бхагаватам — это как обучение в колледже. And Chaitanya Charitamrita is postgraduate. И Чайтанья Чаритамрита — это уже аспирантура. But if you don't have good, if you don't have high school education, then how are you going to get a college degree? Но если вы не закончили старшие классы в школе, как вы сможете тогда учиться в колледже? Правда. In Ukraine, can you get a college degree without having a school degree? В школе можно получить высшее образование, не получив среднее. Можно? Я не думаю. You all over the world. You first get a school graduation, then a college graduation, then you go for a post-graduation. Во всем мире сначала нужно получить школьное образование, затем высшее образование, только потом можно поступить в аспирантуру. So Bhagavad Gita contains essential information that we need to know to advance spiritually. Bhagavad Gita содержит в себе суть всей важной информации, которую надо знать, чтобы совершать духовный прогресс. The Bhagavad Gita is the oldest book of knowledge on this planet. Бхагавад Гита является настоящей книгой знания на этой планете. In the fourth chapter, Krishna gives a glimpse of the history. В четвертой главе Бхагавад Гиты Кришна дает такое краткое описание истории Бхагавад Гиты. Krishna says, I impart this knowledge to the Sangha Vibhasvani. Кришна говорит, что я поведал это знание Богу Солнцу и его Свами. And he in turn imparted it to the father of mankind, Manu. И он, в свою очередь, рассказал ее отцу человечества, Ману. He in turn gave it to King Ikshvaku. В свою очередь, тот поведал ее царю Икшваку. King Ikshvaku was ruling over the early planet at the commencement of Treta Yuga. Царь Икшваку правил этой планетой Земля во времена Трета Юги. How long did Treta Yuga last?
Сколько длится трета юга? Кто-то скажет? Халам. Сколько? 864 тысячи. 1.2 million years. 1 200 000 лет. How long the Dwarpa Yuga last? А Двапара Юга? What do you say? То, что вы сказали. 800 тысяч лет. And Kali Yuga? 350. Все знают. Kali Yuga, 5,000 years have gone by. А уже прошло 5,000 лет Kali Yuga. So this knowledge has been on the early planet for over 2 million years. Итак, это знание Бхагавад-гиты присутствует на этой планете Земля уже больше 2 миллионов лет. Now Arjuna knew that some people in the future may challenge this statement. И Арджуна знал, что в будущем некоторые люди они начнут сомневаться в этом высказывании. Arjuna never had any doubt about the statement of the Lord. But he knew that some people in the future may challenge this statement. Арджуна у самого не было никаких сомнений в том, что говорит Господь, но узнал, что в будущем будут такие люди, которые будут сомневаться. So Arjuna said, Krishna, how do you want me to believe that he imparted this knowledge to the Sun God when he appeared long before you? И он спросил Господа, как ты хочешь мне поверить, что ты поверил эту науку Богу Солнца и Васвана, если он родился задолго до твоего рождения? Logical question. Логический вопрос, да? So Krishna replied that many, many times both you and I have appeared, but I can remember all my previous births, but you can't. И Кришна сказал, множество раз ты и я рождались вместе, но ты не можешь помнить все эти рождения, а я могу помнить. And I'm imparting this knowledge to you because of 2 reasons. И я даю тебе сейчас это знание по 2 причинам. What were the 2 reasons? Что были за причины? Из devotion of Krishna and friend. Because you have a friend and devotee. Therefore, you can understand this imperishable science of Bhakti Yoga. Поскольку ты являешься моим другом преданным, ты можешь понять эту ничтожимую науку. So Bhagavad Gita instructs us how to engage in service. И Бхагавад-гита дает нам наставление о том, как заниматься служением. It instructs us who we are. Она говорит нам о том, кто мы такие. What is our constitutional position? Каково наше изначальное положение? It explains the nature of the soul. Она объясняет природу души. What's the nature of the soul? Какова природа души? Doesn't die, doesn't take birth. Душа не рождается, не умирает. What does it do? А что же она делает? Transmigrates from one body to another. Она пересекается из одного тела в другое. And when the soul leaves the body has no value. И когда душа покидает тело, то само тело уже из себя никакой ценности не представляет. And the Bhagavad Gita goes on, the Vedas go on explain even the measurement of the soul. И Веды даже объясняют нам размеры души. 1/10,000 the tip of your hair. Веды говорят, что размер души это 1/10,000 кончика волоса. Doesn't say 1/10,000 the length of the hair, the tip of the hair. Веды говорят, что 1/10,000 не длины волоса, а кончика волоса. If we say the length of the hair, then the ladies would have bigger dushas than the men. Если бы размер души зависели от длины волос, то тогда у женщин была бы душа больше. So Krishna says. The tip of the hair. Кришна говорит, кончик волос. Now the whole purpose of the Bhagavad Gita. И в чем же цель Бхагавад Гиты? To make us realize what is our duty. Бхагавад Гита, она должна нам объяснить, в чем заключается наш долг. In the 3rd chapter, Krishna establishes the importance of performing sacrifice. Кришна говорит, что такое о важности совершения жертвоприношения. These days nobody talks about sacrifice. Сейчас сегодня никто не говорит о жертвоприношении. There's so many religious preachers all over the world. Even in India, there's so many big preachers, but nobody talks about sacrifice. В Индии и по всему миру есть множество великих проповедников, но никто даже не говорит о жертвоприношениях. They're scared to talk of sacrifice. Они боятся говорить о жертвоприношениях. Because they feel if we talk about sacrifice, if we talk about spiritual discipline, people will run away. Они думают, что если они начнут говорить о какой-то духовной дисциплине, о том, что людям нужно отказаться от чего-то,
то они, все эти люди, разбегутся. So the so-called religious preachers will talk about God, 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 but not talk about God's teachings, not talk about purity, not talk about the need for spiritual discipline. И эти проповедники, они говорят о Боге, но они не говорят о том, что необходимо следовать духовной дисциплине, о том, что нужно следовать закону Бога, Его учениям. So, but the Bhagavad Gita clearly talks about spiritual discipline. It clearly talks about giving up what is undesirable, accepting what is desirable. И Бхагавад Гита говорит нам о духовной дисциплине и о том, что необходимо отвергнуть все неблагоприятное и принимать только то, что благоприятно. Krishna, for example, explains the importance of controlling the mind and senses and not being a slave of the senses. Кришна, например, говорит о важности того, что нужно контролировать ум и чувства и ни в коем случае не быть под их контролем. When it is controlled by the senses, it's called a godasa. And one who wants spiritual life must learn the art of controlling the mind and senses. Та личность, которая находится под контролем ума и чувств, называется годаса. Однако тот, кто хочет практиковать духовную жизнь, должен научиться искусству управления умом и чувствами. Now, Krishna in this verse is saying that three things should never be given up by anyone. И в этом стихе Кришна говорит, что никто не должен прекращать совершать вот эти три вещи. Even if you're self-realized, you shouldn't give it up. Даже если вы достигли самосознания, все равно вы не должны прекращать их. The three things are sacrifice, charity, and austerity. И эти три вещи — это жертвоприношение, благотворительность и аскетизм. Now, what is meant by yagya or sacrifice? И что же имеется в виду под ягья или под жертвоприношением? Spiritual act for advancement of spiritual life. Жертвоприношение — это духовное действие, направленное на духовный прогресс. For advancement of spiritual life, we need to perform a spiritual act. Для того, чтобы прогрессировать в духовной жизни, нам необходимо совершать духовные действия. Without a spiritual act, there cannot be any advancement of spiritual life. В духовной жизни, если мы не будем совершать духовной деятельности, не будет никакого прогресса. So yagya, in simple words, also means sacrifice. И ягья таким образом означает жертвоприношение. Now the Vedic scriptures inform us how, for every age, there is different form of sacrifice. Веды говорят нам о том, как для разных эпох были различные формы жертвоприношений. Just like Prabhupada used to give an example that it's not that for every disease you have the same medicine. Прабхупад приводил пример того, что не может быть одного и того же лекарства на все болезни. You don't go to one apotheker department medical store and just pick any medicine blindly, regardless of what disease you have. Он говорил, что никто не идет в аптеку и там просто не глядя выбирает себе любое лекарство и при этого. Правда? So similarly, for every age, there's a different system of yagya. Поэтому точно так же для каждого века есть своя система ягья. And the yagya in this age is chanting the holy names of the Lord. И для этого века ягья заключается в повторении имен Господа. Now you've all heard about the importance of chanting the holy names of the Lord a thousand times. Вы наверняка все слышали о важности повторения святых имен Господа тысячи раз. Unless you're coming here for the first time today, you've all heard about this many, many times. Если вы только не пришли сюда сегодня в первый раз, вы все уже наверняка много раз слышали о важности повторения святого имени. But we need to hear it again and again in order for the message to sink in our contaminated heart. Однако мы должны слушать это снова и снова для того, чтобы это послание, эта информация наконец-то проникла в наше загрязненное сердце. What's the nature of this contaminated heart? Какова природа нашего оскверненного сердца? It's actually more black than the coal you get in Donetsk. Она на самом деле или даже чернее угля, который вы найдете в Донецке. Donetsk is famous for coal, isn't it? Ukrainian coal mines are there. Донецк известен за шахты, там шахты есть, да? So the heart is more black than the coal you can find in Donetsk. И сердце чернее угля, которое можно найти в Донецке. You say it doesn't look like that. Ну, мы можем сказать, что-то так вроде не так. Prabhupada said that many times. Но Прабхупад говорил это много раз. Beauty, unlimited, mutual desire. В нашем сердце есть безграничное множество материальных желаний.
You must have heard of the word anartha. Вы наверняка слышали слово нартха. Anartha means without value. Those things that are not necessary for your spiritual progress. Анартха означает то, что не имеет ценности, то, что абсолютно не нужно для вашего духовного прогресса. And these anarthas are a stumbling block on the path of self-realization. И анартхи являются препятствиями на нашем пути к самосознанию. Do your devotees have anarthas? Are you free of anarthas? У вас преданных есть у кого-то анархи или все свободны? Yes. Yes. Чуть-чуть. Oh, I was given wrong information. Меня, значит, тогда неправильно информировали. I saw the devotees in Petrovskaya have very little anarthas. Мне сказали, что у преданных не про Петровское, а анартх уже вообще нет. So these material anarthas, they do not help us on the path of self-realization. Вот эти материальные анархии, они совсем никак нам не окажут помощи на пути материального осознания. What happens when you get diseased? Что происходит, если мы заболеваем? We take a medicine. Мы пьем лекарство, правда? And then along with the medicine, there's a diet. Также вместе с лекарством назначается диета. If you're just taking the medicine and not the diet, it's not going to work. Если мы пьем только одно лекарство, но не следуем диете, то лекарство не будет действовать. You need the medicine and the diet, правда? Нужно как лекарство, так и диета. So these anarthas can be overcome, controlled, purified. Can you turn off your mobile phones, please, if you don't mind? Выключите свой мобильный телефон. These anarthas can be overcome on the strength of devotional service. И эти анартхи можно преодолеть с помощью силы преданного служения. What the ISKCON movement is teaching people all over the world is the art of rendering devotional service to the Lord. И общество ISKCON учит людей по всему миру искусству совершения преданного служения Господу. There's so many institutions around the world. По всему миру есть множество разных заведений. And I'm sure in the city of Dnipropetrovsk in Ukraine there are plenty of institutions. Я уверен, что в Украине, в Днепропетровске, в городе есть множество разных заведений, организаций. But the difference between ISKCON and any other institution is ISKCON is teaching what nobody else is teaching. И разница между обычной организацией и обществом ISKCON в том, что ни одно общество не учит тому, чему учит общество ISKCON. The other institutions are teaching you how to forget God. ISKCON is teaching you how to remember God. Все другие общества учат вас тому, как забыть о Боге, ISKCON учит тому, как помнить Бога. So, by the strength of devotional service, you can overcome the influence of these anarthas. И с помощью силы, которую мы получим от преданного служения, мы сможем преодолеть влияние этих анартхов. There's a very famous verse in the Chaitanya Charitamrita, which is as follows. Читая Чаритамриту, есть один известный стих. Krishna Surya Sama Maya Hai Andhikara Yahan Krishna Tahai Ni Mayara Andhikara. Where there is Krishna, there is no room for Maya. Just like where there is sunshine, there is no room for darkness. В том стихе говорится, что там, где светит солнце, не может быть тьмы. Точно так же говорится, там, где есть Кришна, там нет места Майи. Just like this room is very well illuminated now. There's so many bulbs giving effulgence. Вот, допустим, эта комната сейчас очень хорошо освещена, множество лампочек светят. So is there any darkness here? И здесь есть темнота? No. But if there was no electricity, then there'd be complete darkness. Но если бы сейчас электричество выключили, то здесь бы наступила полная тьма. So similarly, when you execute devotional service, then there's no room for darkness, or the power of devotional service destroys the influence of anarthas. И точно так же, если мы занимаемся преданным служением, то не остается места тьме. И благодаря могуществу преданного служения мы можем уничтожить анартхи. There's a scripture called Amnaya Sutra that analyzes four broad categories of anarthas that we are all influenced by. Есть такое произведение, Амная Сутра, которое анализирует четыре общие категории анарх, влияние которых мы все подвергаемся. You want to hear the four types of anarthas? Хотите услышать о четырех типах анарх? Yes. Yeah?
you can see which one is troubling you. Вы можете увидеть, какие из них вас беспокоят. 1, 2, 3, or all of them. 1, 2, 3 или все. So one is Hridaya Durbalya, which means the weakness of the heart. Одна из них это Hridaya Durbalya, или слабости сердца. Now this has 4 subdivisions. И у нее есть 4 подраздела. One is attachment to objects not related to Krishna. Первое это привязанность к объектам, которые никак не связаны с Кришной. So we have attachment to so many objects not related to Krishna. И у нас есть привязанности к очень многим объектам, которые никак не связаны с Кришной. We've had these attachments before coming to spiritual life, and even after coming to spiritual life, these attachments don't go away fast sometimes. И у нас были эти материальные привязанности до того, как мы пришли в сознание Кришны, и даже после того, как мы пришли в сознание Кришны, все эти привязанности не так быстро уходят от нас. Правда? Он не правда. Правда это или неправда? So we attach to objects not related to Krishna. Поэтому первое это привязанность к объектам, которые не связаны с Кришной. Some devotees are very intelligent. They say, "Now I'm going to give it up right away," and they give it up. Некоторые преданные, они разумны, и они говорят, я тут же от всего избавлюсь, мне это не нужно. Some go slow. Некоторые предпочитают двигаться медленно. Then the other one is the propensity to cheat and find faults. Следующее это склонность к тому, чтобы искать недостатки и обманывать. Tendency to cheat. У нас есть склонность к обману. It's one of the 4 inherent defects in everyone. Вот это является наследственным дефектом, недостатком каждого. And we have a tendency to find faults. И у нас есть склонность к поиску недостатков. Is that tendency here? Здесь есть у преданных такая склонность. We like finding faults. Нам нравится в ком-то видеть недостатки. We don't usually see anyone's good points. We usually see just people's faults. Обычно мы склонны видеть какие-то плохие черты человека, не склонны видеть его хорошие черты. But the spiritual guideline is to look at everyone's good points. Однако духовное наставление таково, что мы должны видеть только хорошие качества человека. Then the next is third, envy. Третье это зависть. We have this deep-rooted envy towards others. У нас есть эта укоренившаяся зависть по отношению к другим. You see, someone else has some ability which you don't have, instead of praising it, we become envious. И мы видим, что у кого-то есть какие-то способности, которых нет у нас. И вместо того, чтобы прославлять этого человека за это, мы начинаем ему завидовать. So envy is also a deep-rooted anartha. Поэтому зависть также является глубоко укоренившейся анархой. Then the fourth is the desire for recognition. Четвертое это желание признания. I want to be recognized. Я хочу, чтобы меня все уважали. I did this service, now I must be recognized. Я такое служение тут сделал, теперь меня все должны уважать. So that's also one of the anartha. И это также является одной из анартх. Then the second category of anartha that we should avoid is called aparad or offenses. Вторая это обширная категория аппарат, которую мы должны избегать. Анартх, которую мы должны избегать, это апарадхи или оскорбления. Again here, there are different divisions. И опять-таки в ней есть разные подразделы. Four again. Опять снова 4. One is offenses against the holy name of the Lord. Первое это оскорбление святого имени Господа. We chant the 10 offenses. Мы повторяем как 10 оскорблений. Actually, every devotee should chant. They remind themselves of the 10 offenses every day. На самом деле каждый преданный должен повторять все эти оскорбления, напоминать себе каждый день о них. Usually, the 10 offenses is part of the bhakti program training we undergo. Обычно знание 10 оскорблений входит является частью обучения бхакти программ, которую мы проходим. But then, after we get initiated, we forget about it. Но после того, как мы получаем инициацию, мы забываем о них. We hear the lecture on the 10 offenses at the time of initiation, but then we forget. Мы прослушали лекцию о 10 оскорблениях во время инициации и все, и забыли о них. But one should keep in mind, remind himself of the 10 offenses every day. Но на самом деле нужно напоминать себе об этих оскорблениях каждый день. Meditate on the 10 offenses every day. Надо размышлять над этими 10 оскорблениями каждый день. See, am I doing anything
or can I avoid any of these offenses? Рассматривать, не совершаю ли я какой-нибудь из них, и думать, как можно избежать их. So, it is said in the Chaitanya Charitamrita, Bahu janma kare yadi shravana kirtana, tavutana paya krishna pade prema dhana. One may go on chanting the holy names of the Lord birth after birth, but unless one avoids the ten offenses, he cannot develop love of God. Говорится, что если человек может повторять святое имя Господа рождение за рождением, но если он не будет избегать 10 оскорблений, то он не продвинется в этом. Then another is, second is offenses against the form of the Lord. Второе это категория подраздел оскорбления по отношению к форме Господа. This takes on two forms. This has two divisions. И в нем еще есть два раздела. One is not recognizing the personal form of the Lord or the capacity of the Lord to incarnate in the Archivigraha deity form. Первое это непризнание того, что Господь может иметь личную форму и то, что Господь он не может воплотиться в форме Archivigrahi. One of the many transcendental qualities of the Lord is that He is inconceivable. Одно из многих трансцендентных качеств Господа это то, что Он непостижим. He is omnipotent. Он всемогущ. So God can appear in any form that He may like. И Господь может явиться в любой форме, которую Он пожелает. Half man, half lion. Он может прийти как получеловек, полулев. Tortoise, fish. Как черепаха, как рыба. As a deity. Как божество. As Gaudadhari, as Jagannath Swarupa, Balaram, Radha, Krishna. Как все эти божества. So God can appear in a deity form. И Господь может явиться в форме божества. To say that this deity form is just a mundane statue is a great offense. И говорить, что форма божества это просто обычная статуя, это очень большое оскорбление. God can be understood in different phases. Господа можно осознать в различных фазах. There is the impersonal aspect, the localized aspect, and the personal aspect. Есть имперсональный аспект Господа, есть локализованный аспект Господа и его персональный аспект. You may see a mountain top from a great distance. Мы можем с большого расстояния видеть гору. You can see a mountain top. Можно видеть вершину горы. You go a little closer. You can see a little variety. Когда мы подойдем чуть-чуть поближе, мы сможем видеть, что там есть. You go on the top. You can see the variety in detail. А если мы поднимемся на саму вершину, то мы там увидим полное разнообразие. Да? When you're landing in the plane, as the plane is landing from a greater height, everything looks very, very small. Когда вы летите на самолете, приземляетесь, то с высоты все кажется вам очень маленьким. But then as you're descending, the objects look bigger and bigger. Но по мере того, как вы опускаетесь, объекты кажутся больше и больше. Правда? So the different aspects to understanding God. Поэтому есть разные аспекты постижения Бога. A very subordinate understanding is, yes, there is God, but He is no form. И самое такое низшее понимание, то, что есть Бог, но у Него нет формы. Why is no form? Почему у Него нет формы? You have form, I have form, why can't God have form? У вас есть форма, у меня есть форма. Почему у Бога ее не может быть? Bible also says man is made in God's image. В Библии тоже говорится, что человек создан по образу и подобию Бога. So God has a form, but it's transcendental. И у Бога есть форма, но эта форма трансцендентна. His form is not like yours or mine. Она не подобна моей или вашей. So that's one aspect. Not accepting the personal form of the Lord. That's anartha. Вот этот один аспект анархи, это непризнание личностной формы Господа. The other is to commit offenses while worshipping the deity. И следующее это совершать оскорбления при поклонении божеству. In the nectar of devotion, there's a list of offenses one should avoid in worshipping the deity. В нектаре преданности дается целый список оскорблений, которых следует избегать при поклонении божеству. For example, when we are standing in front of deities, we should not talk. Допустим, когда мы стоим перед божествами, мы не должны разговаривать. We should avoid having our back to the deity. Мы не должны поворачиваться спиной к божествам. We should not eat in front of the deity. Мы должны есть перед божествами. So these are some offenses that we should avoid. Вот это некоторые оскорбления, которых мы должны избегать. Then anartha is offenses against the devotees of the Lord. Следующая анартха это оскорбление преданных Господа.
What is this called? Как это называется? Vaishnava Prat. Chaitanya Mahaprabhu, in explaining to Sanatana Goswami, explains that just like a mad elephant can destroy a beautiful garden, Vaishnava Prat can destroy the beautiful garden of devotional service. Chaitanya Mahaprabhu объясняет Sanatana Goswami, что подобно тому, как бешеный слон может уничтожить прекрасный сад, точно так же Vaishnava Pratka может уничтожить сад преданного служения. So we should avoid Vaishnava Prat. You may be serving very nicely, but if you start doing Vaishnava Prat, the beautiful garden will get spoiled. Вы можете очень замечательно служить, начинать замечательно служить, но если вы будете совершать Вайшнава Парадхи, то ваш прекрасный сад преданного служения будет испорчен. Then the fourth is then envy towards offenses towards other living entities. И последний подраздел этой второй обширной категории – это оскорбление или зависть по отношению к другим живым существам. Like violence, envy. Например, насилие, зависть. Some people kill animals in the name of religion. Некоторые люди убивают животных под именем религии. Then in a third category, asat trishna, that is thirst for material objects. Третья обширная категория – это асат трishna. Жажда материальных объектов. This again has four subdivisions. И опять-таки у нее есть четыре подраздела. One is desire for delightful sense objects. Первое это желание каких-то красивых таких объектов чувств. So you have a desire for delightful sense objects. Вы хотите получать такие объекты чувств, которые прекрасны, такие особенные. The next one is a little too ambitious. You may not have that. Второе это быть чересчур амбициозным. Наверное, у вас такого нет. Desire for sense objects, heavenly or comfort available in the heavenly planets. Это желание обрести объекты чувств, которые доступны на райских планетах. In the heavenly planets, the living conditions are far, far, far superior to what any country on this planet can offer. Условия жизни на райских планетах гораздо более роскошные, возвышенные, в том смысле, что гораздо более лучше, чем может предложить любая страна в этом мире. So we should go there? Должны мы туда отправиться? Да? Нет. Нет, почему? Это хорошая погода. Там хорошая погода. О, почему нет? Да? Why do you want to go there? Почему вы туда не хотите прийти? Кришна лучше. Кришна is better. Those comforts are so great, they completely make you forget God. Там слишком много комфорта и удобств, столько, что они нас заставляют забыть о Кришне. In America, there's a place called Hawaii. В Америке есть место, которое называется Гавайи. Have you heard of it? Слышали? Then Hawaii is like as close as you can get to heaven on earth. И Гавайи это самое такое наиболее похожее место на рай на земле. Very nice weather, everything, nice fruits, nice everything. Все замечательно, все хорошо, погода хорошая, прекрасные фрукты. Everything is materially so nice that people don't turn to God easily. Все с материальной точки зрения так хорошо, что люди они не обращаются к Богу с легкостью. It's a perfect place for sense enjoyment. The sense of joy is paradise. Это самое подходящее место для наслаждения чувств. Это рай для тех, кто хотят наслаждать чувством. So devotees not interested in heavenly planet comforts. И при этом их не интересует комфорт, доступный на райских планетах. Then desire to obtain mystic powers. Третье это желание обрести мистические могущества. Yeah, the mystic yogis, the eight type of mystic perfections. Есть восемь типов, восемь видов мистических совершенств. One of the mystic perfections is called prapti siddhi. Одно из мистических совершенств это прапти сиддхи. You can stretch your hands anywhere and lift anything from anywhere. Вы можете протянуть свою руку в любое место и достать оттуда что угодно. Not bad. Не так плохо, да?
You can stretch your hands with all the banks in Switzerland and lift all the money. Можно протянуть руку в банке Швейцарии и достать оттуда все деньги. All the Zolt magazines and lift all the gold. Достать золото, все золото, что там есть. And desire for impersonal merging into the supreme. И четвертое – это желание распространиться, слиться с имперсональным Браманом. This is one of the categories of Nartha, but I imagine most of you know you don't want any of these. И вот такие четыре подкатегории Нартхи, я уверен, что никто из вас этого не желает. Then the fourth category is illusion about spiritual knowledge. И четвертая обширная категория – это иллюзия относительно духовного знания. This is called Tattva Vibhrama. Называется Tattva Vibhrama. So one is illusion or ignorant about one's own self. Первое – это невежество или иллюзия относительно самого себя. We're in illusion about our own self. Who am I? Мы находимся в иллюзии относительно нас самих. Кто мы такие? We so deeply identify with the body that we forget the spiritual nature of the soul. Мы настолько сильно отождествляем себя с телом, что забываем о вечной духовной природе души. Then it's ignorant about the position of the Supreme Personality of Godhead. Затем следующая нартха – это невежество о положении Верховной Личности Бога. Ignorant about the process of sadhana bhakti. Невежество по отношению процесса sadhana bhakti. What is sadhana bhakti? Что такое sadhana bhakti? The process of following rules and regulations. Процесс следования правилам и предписаниям. Why do we follow these rules and regulations? И почему мы следуем правилам и предписаниям? Because they help us to overcome anarthas. Поскольку они помогают нам преодолеть эти анархии. By following these rules and regulations. Если мы их следуем. And then being unaware of factors which are unfavorable for spiritual advancement. И следующая анархия – это не знать о тех факторах, которые неблагоприятны для духовного прогресса. We are so fortunate in that. We have literature instructions given by the great sages like Rupa Goswami that tell us factors favorable for spiritual advancement, factors unfavorable for spiritual advancement. Нам очень повезло, у нас есть писания, написанные мудрецами Рупа Госвами, которые говорят нам о том, что благоприятно для нашего духовного развития, что неблагоприятно. So by performing the chanting of the Hare Krishna mantra, these anarthas can be overcome. И если мы будем повторять Hare Krishna Mahamantra, то мы сможем преодолеть все эти анархи. So there were four broad categories of anarthas, and each of these broad categories has four subdivisions. И вот есть такие четыре категории анарх, в каждой из которых есть четыре подраздела. You may be influenced by one category, two categories, three categories. На вас могут влиять одна категория, две категории, может быть, три категории. But all these anarthas can be curtailed. They can be checked by the power of devotional service. Однако все эти анархи могут быть приостановлены, их влияние может быть уменьшено с помощью силы и могущества преданного служения. So Krishna says here, Bhagavad Gita spoken by whom? By Krishna. For whom? For the benefit of humanity. И Бхагавад Гите Кришна говорит на благо всего человечества. So Krishna is saying, please don't give up yagya at any cost. И Кришна говорит, что ни в коем случае не отказывайтесь от совершения яги. Even if you're self-realized, don't give it up. Даже если вы достигли самосознания, не прекращайте этого. Haridas Thakur refused to reduce his chanting even when his body was physically unwell. Haridas Thakur отказался уменьшать количество кругов, которые он повторял, даже когда его тело болело. So this chanting of the holy name is the principal yagya for this age. И главной ягьей этого века является повторение святого имени. With regards to the chanting, we should remember Lord Chaitanya has said that the Lord is so kind that he has invested all his transcendental energies in the holy name. Когда мы говорим о святом имени, то мы не должны забывать о высказывании Господа Чайтаньи, который заявил, что Господь, Он очень милостивый и добрый, Он вложил все свои энергии в святые имена. There are three different stages
of chanting the holy name. Есть три разных стадии повторения святого имени. First is the offensive stage. Second is the stage of minimizing offenses. The third is the purified stage. Первая стадия это оскорбительное повторение. Вторая стадия это стадия уменьшения оскорблений. Третья это стадия чистого повторения. The initial stage is the offensive stage, the stage of nama aparad. И первая стадия оскорбительная называется нама аппарат. We're chanting and committing offenses at the same time. Мы повторяем святое имя в то же самое время совершаем оскорбление. We're chanting and we may be following one, two offense, one or two regulative principles or not. И мы можем повторять мантру, мы можем следовать при этом одному, двум, трем регулирующим принципам. This is called the offensive stage or the initial stage. И это называется начальная стадия, еще стадия оскорбительного повторения. The second stage is the stage of namabhasa or the stage of minimizing offenses. И вторая стадия это стадия намабхасы, стадия уменьшения оскорблений. That's when you become conscientious in the devotee association. You become conscientious of the offenses to avoid, and you make a serious endeavor to avoid them. На этой стадии мы общаемся с преданными, и в их общении мы уже узнаем о всех этих анархах, прилагаем сознательные усилия для того, чтобы избегать этих аппаратов. And that is the second intermediate stage. И вот это и есть вторая стадия, которая находится посередине. And the third stage is the Shuddha Sattva stage, the stage of purified chanting. И третья стадия — стадия чистого воспевания, стадия Shuddha Sattva. That's our ultimate goal. И вот это является нашей высшей целью. But we should at least endeavor to come to the intermediate stage. Но по крайней мере мы должны стремиться, чтобы подняться на уровень второй стадии. So by chanting the holy name, what are some of the benefits that happen? И если мы повторяем святое имя, какие блага мы можем получить? It increases your faith in Krishna as the Supreme Lord. Это усиливает нашу веру в Кришну как верховную личность Господа. It increases your faith in the process of devotional service as the ultimate goal of life. Также это увеличивает нашу веру в то, что преданное служение Господу это высшая цель жизни. You all have experience that when you initially came to the Krishna conscious movement, you hear the philosophy. You can have a little faith, 1%, 2%. Наверное, у вас был такой опыт, что когда вы пришли в движение сознания Кришны, то вы слушали философию, но у вас было очень мало веры в это, 1-2%. Правда. Then as you begin to chant, you may be chanting one round in the beginning, but then as you begin to chant, your faith increases. И затем, после того, как вы начали повторять святое имя, может быть, вначале повторяли один круг, но по мере того, как вы повторяли, ваша вера усиливалась. По мере вашего повторения мантры, вера становилась все сильнее и сильнее. You may have experience on the day that you japa nicely in the morning, you feel spiritually strong. Может быть, у вас есть такой опыт, что когда вы утром внимательно, хорошо повторяете свою джапу, то в течение дня вы чувствуете себя с духовной точки сильными. On days you don't do your japa nicely, mind's really bewildering you. А в те дни, когда не очень хорошо повторяете мантру, то майя, она очень сильно влияет на нас. Правда? So you can see, just like when you take the medicine, you feel healthy. When you don't take the medicine, you feel weak. Точно так же, как если вы принимаете лекарства, то вы чувствуете себя здоровыми. Если не принимаете его, то чувствуете себя слабыми. Sometimes someone is very sick, he's very dependent on medicine. And when he doesn't take the medicine, he feels sick. When he takes the medicine, he feels okay. Есть люди, которые очень сильно зависят от употребления лекарств. Если они употребляют лекарства, то они чувствуют себя нормально, здоровыми. Если нет, то они чувствуют себя очень слабыми. I know some devotees who have had mental diseases. When as long as they take the medicine, they act normally. When they stop taking the medicine, they go crazy. Я знал преданных, которые были проблемы с психикой, и если они регулярно принимали лекарства, то все было с ними нормально. И когда они переставали их принимать, то они вели себя ненормально. So this chanting of the holy name increases their faith in Krishna and in the process of the devotional service. И вот повторение мантры Хари Кришна усиливает нашу веру в Кришну и в процесс преданного служения. And this chanting of the holy name cleanses the heart.
Повторение святого имени, оно очищает сердце. We mentioned these different anarthas. Мы говорили об этих разных анартхах. You want to reduce their influence on you, isn't it? Вы все хотите, чтобы это влияние их на вас уменьшилось. Правда? So how do you do that? Как же это можно сделать? Это можно сделать с помощью повторения святого имени. Then the chanting saves you from the onslaught of Kali Yuga. Затем повторение святого имени, оно защищает, спасает вас от влияния Кали Юги. What are the symptoms of Kali Yuga? Каковы признаки Кали Юги? What does the Bhagavatam say in the first canto? Что говорит Бхагавата в первой песне? Men are short lives. Что у людей жизнь коротка. Misguided. Они сбиты с толку. Quarrelsome. Они склонны ссориться. Unfortunate. Они неудачливы. Blind leading the blind. Слепой ведет слепого. Maya on the marathon. Maya празднует марафон. Maya on the marathon at each step Kali Yuga progresses. И марафон Maya в Kali Yuga каждый день прогрессирует. New and new gadgets are coming out, making Maya more easily accessible. Появляются новые изобретения, которые все легче дает возможность человеку проникнуться майей. Когда-то раньше были такие огромные телефоны. Сейчас есть мобильные телефоны. Все начиналось в этих мобильных телефонах с одной функции. Можно просто разговаривать. Now they've added so many functions. Сейчас у них внутри множество разных функций. You have a tape recorder, you have a video camera, 15 minutes, and you can still pictures. Там есть не диктофон, есть видеокамера, можно фотографировать. The new ones are bringing out. You'll have access to your TV also. Также сейчас уже с мобильного телефона можно иметь доступ к телевидению. So they're making Maya so easy. Maya становится очень легко доступной. So chanting the holy name can save you from the onslaught of Kali Yuga. И повторение святого имени может защитить вас от вот этих нападок Кали Юги. This chanting the holy name takes away the element of fear. Повторение святого имени избавляет нас от элемента страха. Govinda Das has composed a nice prayer. Баджа Харе Мана. Говинда Дас составил, написал очень прекрасную молитву Баджа Харе Мана. He says, Баджа Харе Мана Шри Нанда Нандана Абхай Чарана Равинда Ре. Mind your following anxiety. Он говорит, мой дорогой ум, ты полон разных беспокойств. So our mind is full of anxiety. Наш ум всегда чем-то обеспокоен. But the chanting of the holy name takes away the element of fear. Но повторение святого имени избавляет нас от элемента страха. Then the chanting of the holy name gives you unlimited spiritual happiness. Затем повторение святого имени дает вам бесконечное духовное счастье. Material life also gives you happiness, isn't it? Материальная жизнь тоже дает счастье. Да? Да? It gives you some happiness. Какое-то счастье дает. Well, why are people running after it? Почему тогда люди к нему так стремятся? But it has a heavy price tag to it. Однако за это счастье приходится платить очень высокую цену. Spiritual price tag and material price tag. Есть духовная цена, есть материальная цена. You break the laws of God, you become liable for punishment. Если вы нарушаете законы Бога, то вы за это будете наказаны. You indulge in sense gratification, you get hit with more and more diseases. Если будете заниматься чрезмерным наслаждением чувств, то будете все больше и больше болеть. You want to eat meat, get hit with cancer. Если хотите есть мясо, то заболеете раком. Want to quit, smoke? Go ahead, get cancer. Курить хотите? Давайте курите, тоже раком заболеете. These days, almost every third, fourth person has cancer in the Western world. Сейчас на Западе почти у каждого третьего, четвертого человека есть рак. Want to drink? Go ahead. Get cancer. Хотите пить? Давайте пейте. Тоже раком заболеете. You have free sex? Go ahead. Get AIDS. Хотите безграничный секс иметь? Давайте заболейте СПИДом. So when you lead a life, a sinful life, you get hit materially and spiritually. И если вы хотите вести греховную жизнь,
то у вас будут проблемы как с материальной точки зрения, так и с духовной. Whereas just chanting the holy name gives you ananda buddhi vardhanam, unlimited spiritual happiness. Однако повторение святого имени дает вам ананда буддхи вардханам, бесконечное духовное счастье. About 7 months ago they had a big tsunami in many parts of Asia. Около 7 месяцев назад было цунами в Азии, Центральной Азии. Who were most, a lot of people were the people who had gone from Europe and to these beaches, and then there on the beaches the tsunami came and they got swept away. И очень много людей из Европы приехало наслаждаться на эти пляжи в Азию, но там появилось цунами и всех их смыло волной. The trouble, anxiety is constantly increasing. В материальном мире все эти беспокойства постоянно увеличиваются. Just like you probably heard about the big disaster in New Orleans. Наверняка вы слышали об этой катастрофе, большой катастрофе в Нью-Орлеане. Да. How thousands of people got drowned all in one stroke. За буквально одним ударом тысячи людей они утонули, погибли. The water virtually ruined everything, but it didn't come inside the ISKCON temple there. Вода практически все разрушила, но храм ИСККОН она не попала. So. Material world is full of anxiety. В материальном мире очень много беспокойства. So this sharing of the holy name gives you peace of mind. И повторение святого имени дает вам возможность обрести спокойствие ума. Everyone's mind is greatly disturbed. Всех ум постоянно в беспокойстве. Sometimes you may say, but I'm a devotee, Maharaj, and my mind is disturbed. Можете сказать, Махарадж, но я тоже преданный, у меня ум тоже постоянно в беспокойстве. What's the cause? Какова причина? You want your cake and eat it too. Потому что вы хотите иметь торт и в то же самое время съесть его. Nice samosa, nice cake. Есть красивая самоса, красивый торт. Such nice decoration. Очень красиво украшено. You want to touch it? Вы хотите прикоснуться к нему? Your mind, your mouth is watering. Hey, let's taste it. Но рот он полон жидкости но он говорит нам: давай попробуем его на вкус. So when you taste it, the beauty is gone. Но когда мы съедаем торт, то не остается его красоты. So sometimes we want spiritual life and material life both side by side. Иногда мы хотим, чтобы у нас была как духовная жизнь, так и материальная жизнь вместе. So that's when your mind becomes unpeaceful. И тогда ум становится неумиротворенным. So Krishna is saying, don't give up acts of sacrifice at any cost. И Кришна говорит, ни в коем случае не отказывайтесь от действие жертвоприношения. So this chanting of the holy name is a principal act of sacrifice in this age. И повторение святого имени является главным актом жертвоприношения в этот век. Then Krishna says dana. What does dana mean? Затем Кришна говорит dana. Что это значит? Charity. Charity. Don't give up charity. Не прекращайте совершать благотворительность. Now, there are many different types of charity that one can perform. Конечно, есть много разных видов благотворительности, которые можно сделать. Some people's concept of charity is a man's drunk, he wants money to buy vodka, give him some money. Кто-то думает, что благотворительность это дать на водку какому-нибудь пьянице, который хочет ее выпить. There are many drunkards who give charity to other drunk people to get drunk. Есть множество богатых пьяниц, которые дают другим пьяницам, чтобы те напились. So there are many different layers of charity. Поэтому есть много разных видов благотворительности. The highest charity one can give is giving people knowledge about God by which they can stop sinning. Но высшая благотворительность это когда мы даем людям знания о Боге, с помощью которого они могут прекратить греховную жизнь. In third world countries like India, the rich people are very fond of building hospitals in memory of someone. В странах таких как Индия есть богатые люди, которым очень нравится строить больницы в память о ком-то. You can cure a man, but if you haven't cured his tendency to commit sinful activities, you actually haven't helped him. Если вы помогли какому-то человеку избавиться от болезни, но при этом не объяснили ему, как избавиться от греховной жизни, то на самом деле вы поместили его в еще более опасное положение. When we take the laws of karma are such that we have an open limit to do an overdraft.
Арбо. Секунду, пожалуйста. Просто очень долго. Yeah, who is that? Call after one hour, I'm giving a lecture. Sorry. Извините. Moscow. So, there are many different types of charity. И есть множество разных типов благотворительности. The highest charity is giving people knowledge about God. И высшая благотворительность — это давать людям знания о Боге. So, what is the highest form of charity in ISKCON? И что является наивысшей формой благотворительности в ISKCON? Book distribution. Это распространение книг. When you distribute books, you give them knowledge by which they can wake up to the goal of life. Когда мы даем людям книги, мы даем им знания, чтобы они могли пробудиться к цели жизни. The highest form of charity is to give people transcendental knowledge. И высшая форма благотворительности — это давать людям трансцендентное знание. And Prabhupada encouraged us to do book distribution. И Прабхупада поощрял нас, чтобы мы распространяли книги. I understand you have a strong book distribution program here. Я так понимаю, что здесь проходят такие очень сильные программы по распространению книг. Then Krishna says, don't give up austerity. Затем Кришна говорит, что не надо отказываться от аскетизма. In different ages, there are different forms of austerity. В разные века были разные формы аскезы. So what is the high, what is the austerity in this age? Что является аскезой в этот век? Dhruva Maharaj, you know, went looking for God. Знаете, Dhruva Maharaj, он отправился на поиски Бога. He went looking for God. He practiced extreme austerity. И когда он искал Бога, он совершал очень суровые аскезы. For 3 days he ate. For the first month he ate every 3 days. Первый месяц он ел раз в 3 дня. Second month he ate every 6 days. Второй месяц раз в 6 дней. Third month he drank only once in 9 days. Третий месяц он пил раз в 9 дней. Is that the austerity we follow? Мы вот такой аскезе должны следовать. Our austerity is eat. But eat only Krishna prasad. Наша аскеза — это есть, но есть только Кришна прасад. In the third chapter, Krishna says, if you eat food without offering to me, you're eating only sin. Кришна говорит, что вы, если вы едите пищу, которая не предложена мне, то употребляете только грех. So austerity is the wealth of a devotee. И аскеза является богатством преданного. To understand God is not easy. Понять Бога — это не так просто. Krishna says in the third canto, Lord Brahma says, Tapaseva Param Jyoti Bhagavatam Adokshita. The Lord who is difficult to understand can be understood through the medium of devotional service. И в третьей песне Господь Брахма говорит, что Господь, которого очень трудно понять, с легкостью может быть понят с помощью преданного служения. In the fifth canto, we read about the instructions of Lord Rishabhadeva. В пятой песне мы читаем наставления Господа Ришабхадевы. Who did he give the instructions to? Кому он давал эти наставления? Сыновья. His sons. How many sons did he have? Сколько у него было сыновей? 100 сыновей. 100. Someone may say, how can he have 100 sons? Кто-то может сказать, ну как у человека может быть 100 сыновей? God can have millions of sons. У Бога может быть 1 000 000 сыновей. I was 2 years ago in the Middle East. Я 2 года назад был на Среднем Востоке. In Abu Dhabi. В Абу-Даби. There they had a big poster of the king's 80 sons. И там есть большой плакат, там на них 80 сыновей царя. Of course, from how many wives, only God knows. Конечно, сколько у него жен, один только Господь знает. Один только Господь знает. So the point is, God can have unlimited sons. Но суть в том, что у Бога может быть бесконечное количество сыновей. So Lord Rishabhadev thought it was his duty to instruct his sons about the goal of life. И царь Ришабхадев считал, что его долгом является дать своим сыновьям наставление о цели жизни. Lord Rishabhadev said, one should not become a father or a mother or a teacher or a guru till he can deliver his dependence from the cycle of birth and death. Он говорил, что человек не должен становиться ни матерью, ни отцом, ни учителем, ни гуру до тех пор, пока он не в состоянии освободить своих последователей, подопечных от круговорота рождения и смерти. If you want to become a father and mother, fine. Then instruct your children
how to become free from the cycle of birth and death. Если вы хотите стать отцом или матерью, это хорошо, но вы должны учить своих детей тому, как избавиться от круга рождения и смерти. If you want to be a guru, fine. Then instruct your disciples how they can get out from the cycle of birth and death. Если вы хотите стать гуру, хорошо, но вы должны наставлять своих учеников, как они могут избавиться от круга рождения и смерти. A teacher must tell his students how he can become free from the cycle of birth and death. Об этом же также должен говорить учитель своим ученикам. Would your teachers do that today? Сегодня учителя делают так? Do the parents do that? А родители делают? Do the spiritual teachers do that? А духовные учителя делают? In some places the priest and the follower, they drink wine together. В некоторых местах священники и их последователи вместе пьют вино. Гуру и ученик садятся вместе и пьют вино. So Lord Rishabhdev told his sons, Tapo devyam pataka yena sattvam chuta yena smarnam yan sokyam anantam. Then my dear sons, perform austerities for the pleasure of the Lord, and in exchange of performing these austerities, you'll get unending spiritual pleasure. Он говорил своим сыновьям, мои дорогие сыновья, совершайте аскезы для божественной аскезы для удовлетворения Господа. И взамен на совершение этих аскез вы получите безграничное духовное счастье. The strength to practice performance charity also comes by the chanting of the holy name. Однако сила к тому, чтобы совершать аскезы, также происходит от повторения святого имени. So Krishna is saying, don't give up three things. Ягья, дана, тапасья. И Кришна говорит, не прекращайте совершать эти три вещи, ягью, дану и тапасью. Especially for the devotees in Петропавловск area. Особенно это относится к бедным и Петропавловским. If you follow these three, you'll keep making spiritual advances. Если вы будете следовать этим трем, вы будете совершать духовный прогресс. Hare Krishna. So we leave some time for questions if you have. Я оставил время на вопросы, которые у вас есть. I can go on, but I'm just worried that it may be too late for y'all. Я могу продолжать, но я просто волнуюсь, что может это поздновато для вас. Завтра утром будет лекция. Будет лекция по Бхагаватам в обычное время. Сколько у вас лекций по Бхагаватам? Восемь, да? А приветствие божества сколько? Вот и пасса. Any questions? Есть вопросы? Yes. Вопрос. Вы говорили по поводу рая, что там комфорт таким образом создан, что мы забываем о Кришне. А каким образом комфорт построен в духовном мире, что мы, так как он исполнен в духовном мире, вечность, знание и блаженство, каким образом построен там комфорт? You mentioned that on the heavenly planets, because of the comfort which is there, people forget God. Yeah, people forget God. But also, what about the spiritual world? Because there is also a lot of comfort. How do people do not forget God? In the spiritual world, the men are 1,000 times more handsome than the men here, and the ladies are more beautiful than the ladies here. В духовном мире мужчины и женщины, они в тысячи раз более красивые, чем мужчины и женщины на этой планете. But the men are not attracted to the women, and the women are not attracted to the men. Но женщины, они не привлекаются мужчинами, мужчины и женщины. They only attracted to Krishna. Они все привлекаются только к Кришне. So in the spiritual world, there's no hanky-panky. There's no hanky-panky. In the spiritual world, there's no question of getting bored. И в духовном мире нет вопроса о том, чтобы как-то запутаться, попасть в иллюзию. More questions? Больше вопросов. Yes. Вопрос, который я пытался недавно всем задать. Чтобы давать людям знания, надо иметь к ним сострадание, потому что иногда видишь, что какой-то период у людей хороший, у них все нормально, они не воспримут. Ну ты-то понимаешь, что у них не хватает духовного знания. Как развить это сострадание, чтобы дать им это знание? Иначе они тебя просто слушать не будут, или я не знаю. When we preach to the people, we can see that in their life everything is alright,
and you can see everything's all right. Yeah, we can see like they are satisfied with their life, and in order to preach to them, we need some to have some compassion. And the question is how we can develop this compassion. Понимаете вопрос? Да. Понимаете вопрос? No. Слышали вопрос? Повторить надо. Когда мы проповедуем людям, то нам нужно иметь сострадание, чтобы видеть, чтобы им проповедовать. И как развить это сострадание? So the question is, how to develop compassion? Вопрос в том, как развить сострадание. It's a fact that we have no compassion initially. Это факт, что изначально у нас нет сострадания. You don't care what happens to the other guy. Нам, в принципе, дела нет для того, что происходит с другими. Then go to hell. Пусть в ад катится. On your mind. До тех пор, пока я спасен, все нормально. So how to develop the mood of compassion? Как же развить настроение сострадания? By having faith in the words of the predecessor acharyas. Это можно сделать, если у нас будет вера в слова предыдущих ачарьев. They say preach. Они говорят, проповедуйте. How many of you regularly preach? Кто из вас регулярно проповедует? Только 5-6. И немножко. Немножко. Но обычно регулярно preach. Все вы должны регулярно проповедовать. So we develop compassion. By having faith in the words of the previous acharyas. Мы можем развить сострадание, имея веру в слова предыдущих ачарьев. And as we advance in the philosophy, we get more and more compassionate. И по мере того, как мы будем прогрессировать в знании философии, то мы будем становиться все более и более сострадательными. As we get purified, we get more and more desires to display compassion. Чем больше мы будем очищаться, тем больше у нас будет желание проявлять сострадание. Prabhupada gave us the perfect answer. Прабхупада дал нам совершенный ответ. He said, preaching is the essence. Он сказал, проповедь это суть. Of all the various services you can do, the service of preaching is the best. Из всех разных служений, которые вы можете делать, служение проповеди наилучшее. But the enthusiasm of preach come from will come from where? Однако откуда придет энтузиазм проповеди? Purity, the fold. Он сказал, что чистота это сила. Слышали? Слышали такое? And, потом? Hare Krishna, говорит. Он сказал, что книги — это основа. So as we know for purification, we get more and more purified. И по мере того, как мы будем стремиться к очищению, мы будем все больше очищаться. Еще вопрос? Во время киртана различные эмоции выражаются в движениях, а рекомендуется иметь настроение ниже соломы. Как это совместить? Какие рекомендации? During the kirtan, our different emotions are expressed in our different motions. But it is also recommended that we should be lower than the grass. How we can combine this? What's the question? I mean, when we hear and chant in the holy name, we want sort of dance and jump. And so that's good. But we have to be lower than the grass. When you're happy in serving God, that is a natural birthright. Если мы испытываем счастье в служении Богу, это наше природное законное право. When you're dancing and singing for the pleasure of the Lord, that's a natural place to be in. Если мы танцуем прыгаем для Господа, то это для нас самое естественное положение. Last year I was doing a program in St. Petersburg. В прошлом году я проводил программу в Санкт-Петербурге. So we were doing in one hall, and in the next river hall with a band and people were doing ballroom dancing. Это было вот проходило в одном зале, киртан, в соседнем зале была какая-то группа, там у них были танцы. So there they were getting drunk, they had an orchestra, and they were dancing. Они там напились, у них был оркестр, и они танцевали. In our hall, the kirtan was going on, and everyone was dancing in full speed. И в нашем зале шел киртан, все танцевали, прыгали до потолка. So people from the other hall were coming in and saying,
amazing. These guys are dancing so much, they're not getting drunk and nothing. И из соседнего зала там посетители заглядывали, говорили, изумлялись, о, ребята так танцуют, при этом совсем не пьяные. So you dance and chant, when you dance and clap, when the God has been glorified, that's natural. И танцевать, и хлопать в ладоши, когда прославляют Господа, это естественно. Once a devotee in San Francisco asked Prabhupada, Prabhupada, I don't feel like dancing in kirtan. Однажды преданный один в Сан-Франциско спросил Прабхупада, что Прабхупад, что делать, если я, ну так, не хочется что-то мне танцевать? Prabhupada said, still dance. Прабхупад сказал, все равно танцую. He said, thank you for the Lord. На что мы прославляем Господа. Hey, any more questions? Еще? Еще вопрос. В этом мире размер души на 10 тысяч на кончиках волоса, а там in this world the size of our soul is 1/10,000 people, the portion of the hair. But what are the size of the soul in the spiritual world? Same. То же самое. Spiritual world has a spiritual body. В духовном мире у нас духовное тело. That will never fall sick. Она никогда не будет болеть. You'll never see a doctor's face. И даже лица доктора не увидите. Never go to a больница. Не надо будет ходить в больницу. Won't get old. Там не стареет. No disease. Никаких болезней. Still we don't want it. Все равно, а мы этого не хотим. We want a body that will get disease, old, see the doctor, be the больница. Мы хотим иметь тело, которое стареет, болеет, которое нужно к врачам ходить в больницу. Because you go to the spiritual world, you have to pay a price. Конечно, чтобы попасть в духовный мир, нужно цену за это заплатить. And that price we're not ready to pay. И мы не готовы ее заплатить. And even if you want to pay, we want to bargain. Мы не хотим платить, хотим мы это по... Bargain! Хотим... Ну, в общем, просить более низкую цену, поторговаться. We don't want to pay full price. Мы не хотим платить полную цену, мы хотим, чтобы нам со скидкой дали.